Спецназовцы управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке. Учения прошли в Цивильском районе. На полигоне бойцы ОМОНа СОБР отрабатывали действия команды в условиях спецоперации, когда приходится выполнять боевые задания не только на земле, но и в воздухе. Спецназовцам пришлось спускаться на землю из движущегося вертолета Ми-8. Эти занятия очень важны для спецподразделений, в том числе для отработки навыков десантирования в труднопроходимой местности, в горах Северного Кавказа, в горно-равнинной местности, населенных пунктах. Такие учения проходят два раза в год, и каждый раз личный состав спецподразделения показывает не только отличные навыки десантирования, но и умение слаженно работать в составе группы.